Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем. Да, мы подслушали разговор, спустились и сейчас нам пока что выйти. Ничего себе, какие быстрые. Что? Что, группа моя, что? Они только приостановились. Ходим по коридорам этого здания. Кто бы мог подумать? Интересно, может ему организовать встречу? Хотелось бы взглянуть на их отпрыска. Это подождет. Сначала нам нужны ответы. Хватит простого психотропного средства и никаких долгосрочных побочных эффектов. Пойдем, хорошо. Я бы хотела, конечно, ход запряжать. Мерзкий. Так, игра, ну отлагайся уже, хватит. Опять лестница? Да нет, я серьезно. Ну ладно. Недолгие лестницы. Нам дают восстановиться неспроста, видимо. Так, деньжат у нас, наверное, и немного. Мегазелья, говорят, можно купить. Ну что же, давай. Так, эфир. Ну ладно. Побросываться нечего, не купить-то. Пусть будет. Правильно? Ну и отдохнем. Я уж там не помню, у кого что потрачено, но все равно. Отдохнуть не помешает. Угу. Так, подожди-ка, там еще что-то. Угу. Сохранимся. Так. Сюда давай. Это не дверь, а так просто. Лаборатория. Смешочки. Поехавшего паренечка. Ага. Подожди, подожди, сейчас мы до тебя доберемся, обсудим. Так, это путь наверх. Погоди. Подождите минутку, он говорит. Ну ты, ты-то подожди минутку, а ты, вам не обязательно с вами ходить. Я осматриваюсь. Подождите, подождите, мы должны подумать, говорит. Не двигайся. Я не блефую. Ну а что дальше? Дюжина пуль в твоей башке, если сейчас же не откроешь эту дверь. Должны быть вы те, кто учиняет проблемы в последнее время. Экотеррористы? Даже представить не могу, что вам от меня нужно. Айрис. Президент наверху. Ну давайте, проваливайте. Заткнись. Давай, топай. Лучше не двигайтесь.
Хватит толкаться. В отличие от вас, я не привык к физическому насилию. Привыкнешь. С Барреттом, да. Так что вам нужно? Наша подруга, она в твоей лаборатории. Серьезно. Говори, где Арис? О, так она ваша подруга. Ну и ну, в таком случае, да, должно сработать. Может, повторишь погромче? Нет-нет, просто представляю ее реакцию, если я покажу ей ваши свежие трупы. Опа. Так, ну нам доставили проблем. Ладно, разберемся. Ну, обещаю, вы пожалеете об этом. А это что? Он выпускает кого-то вот прям большого. Да, очень большого. Что это такое? У нас проблемы. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау-вау. Так, мне нужна тактика. Нужна тактика. Я не понимаю, что он может. Призывы какие-нибудь нам обязательно нужны. Ладно. Нет, нет. О! Тихо. О, я что там, откисаю где-то, да? А, ну давай подавление. Конец бесконечности. Отлично. Так, Барретт. Да. О! Я так подозреваю, что они этих мелких будут вызывать постоянно, поэтому, ну... Даже не знаю. Отходим. Тифа! А что там насчет звездного душа? Блин! А, спасибо. Отбили. Промазал. Опа. Так, направленные выпады не используем, понятно. Спасибо, Барретт. Он ушел. Отпрыгнул. Что это такое? Восстановление ХП? Мутация? Ах ты ж тварина. О, ну они будут появляться, как я и сказала. Бесполезная херня. Бороться с ними. Ладно. Чисто фармить на них. Намочить его. Его мочить. Да-да. Так, что по ХП? Ага. Пока отлетаем спокойно, Барретт. Так, Барретт. Ага. Призыв! Так, гасите этого пацана! Тройной удар, давай! Давай, Тифа! Подавление! Клауд! Давай! Особь, так, почти половина! Так, еще! Ай-яй-яй. Блин, он опять запитался. Сейчас Эйфрита позовем. Что за... Это что такое? Мако! Нет! Отвали! Барретт! Давай. Отвлеки его пока! Так, у меня призыв. Все, Эйфрит. Duty calls. Р-
Размотай его. Я надеюсь, что у него к огню нормально. Урон. А-а-а. Тифа, полечи, плиз. Так, мне нужен, знаете, что? Короче, антидот. Там что-то... Это всего... Все негативные. На Клауда. Давай. Так, моё! Так, Клауд вылечился. Ух! Бафик. Да, опять! Понятно. Так, ладно. Клауда пока оставим. Барретт, сделай что-нибудь. Делать. Что там было на шатыре, да? Вот лекарство. Да он заколебал. Угу. Спокойно. Ифрит, ну добани ты его. По-нормальному. Спасибо. Так, Клауд. Способности призыва. Багровое погружение. Давай. Ошеломление. Отлично. Лимит, лимит. Сальто. Короче, фигачим просто все, что есть. Завалили. Но он задолбал своими отравлениями и воздействиями. Эй, Ходзи сбежал. Неприятный Босинский. Не больше, знаете, как это, типа, не могу победить физически, а именно... Ух ты ж, блин, бедная животинка. А нельзя ее выпустить? Он же живой, смотрите. Воздействиями вот этими бесячими. А мы можем как-то... Что-то сделать с этой лабораторией, нет? Вот отсюда вышел вот этот монстр. Тиран, блин. Вот этого же хотели освободить. А он мутировал. Блин. Эрис. Арис. Весьма впечатляет. Я должен поблагодарить вас за представленные боевые данные. Вот же мелкий засранец. Результаты, полученные с помощью моей модели прогнозирования, показывают, что этих сил более чем достаточно, чтобы с вами справиться. Сейчас бы все прогнозируемо отгребете. Мы забираем Айрис. А, забираете, говоришь? Поправь, если я ошибаюсь, но разве девушка не пришла сюда добровольно? Или ты считаешь ее своей собственностью? Она пришла сюда спасти Марлен. Боюсь, вы все-таки не так поняли. Но мне некогда объяснять. Этот комплекс – дом для необычных особей, которые изменят мир. Постарайтесь быть поаккуратнее. Так, Барретта лечить надо, Барретта лечить. Ладно, хорош. Подожди, магия, лечение, Барретт. А меня надо лечить. Так, раз он сказал, что это вполне хватит, чтобы с нами справиться, видимо, это так. Аккуратно. Тифа. Тифа, Барретт. Подожди, магия. Лечение. Клауда. Да господи, лечение. Так. Себя полечи.
Keep away! Let's finish this. Да блин! Барат. Да не бейся ты в него, вот, господи! Ладно, лимит, лимит, лимит. Нормально. Все. Похоже, что я модель дала сбой. Да, возможно, все дело в неизвестной переменной. Неважно, скоро прибудет подкрепление. Не успеют ли они до того, как я доберусь до тебя? Ого, да ты солдат. Базар. Да. Нет, не совсем. А, теперь я вспомнил. Память подвела. Мой мальчик, ты не был солдатом. Опять они. Что? Что это за... Восхитительный феномен. Что происходит? Куда вы меня потащили? Что эти существа задумали? Клауд? Барат. Понял, это дико. Непробиваемые. А, можно? А, блин. Вы пришли за мной. Ага. Ты в порядке? Полном. Подкрепление. Спасибо за спасение, Марлен. Я твой должник. Потом поговорим. А мы не подлечились. Алло. Ну да. Так, давай-ка подумаем. Лечение. А, тифу. Ага. Так, спокойно, тифу. Давай-ка лечение, значит, на Барретта. А я сделаю лечение себе. Угу. Пока они там в осуломлении, мы подхилились. Барретт, давай. Наваливай! Эй, о! Лимитушка. Поехали. Что-то просто буйня какая-то. Так, подожди, Барат. О, отойди. Так, что, кто там еще? Красавчик. Арис, ты в порядке? Спасибо. Не за что. Давайте выбираться отсюда. Блин. Я чувствую, у нас какие-то проблемы. А я хотела кисику спасти. Ой-ой. Ой-ой-ой. Она нам не будет мешать? Да что это, что такое? Нам надо идти. Арис! Какого... Идем. За ней идем? А, можно подлечиться, у нас все плохо. Так, подожди. Давайте, во-первых, сохранимся, потому что я прошла это. Этот момент. Ну и потом. Может быть, дадут хил какой-то.
Не надо на нас злость срывать. Подождите, киса, киса. Тихо. Да что, хочешь пройти? Стой! Этот ребенок, друг. Я тоже так подумала. Я все. Изи бой. Ну, прикольный так-то. Что это за чертовщина? Интересный вопрос. Оно разговаривает? Вы спросили, что оно такое? А то, что вы видите перед собой, ничего более. И буду признателен, если мы на этом остановимся. Согласны? Ред тринадцатый. Так называл меня Ходзо. Тогда у тебя должно быть настоящее имя. Какое? Он сбежал. Ну так пойдем догоним сукина сына. Ой-ой-ой. У нас проблемы. Дайте, пойдем. Идем, Фант. I come for you. Дже, но. Together we will reclaim our world. They have come again. Знаешь, Рено, мне кажется, тебе не мешало бы немного отдохнуть. Не, я в норме. Ну что будем делать с сектором 7? Мы ничего не будем делать. Ну, я думаю, разве это было необходимо? Откажись мы, задание выполнил бы кто-нибудь другой. И мы избавили этого кого-то от чувства вины за содеянное. Может, тебе это тебя успокоит? Да, нет. Тогда зайдем с другой стороны. Они были жертвой на чаше весов. Чё? После всего, что было взято у планеты, нужно было дать что-то взамен? Ты правда в это веришь? А это важно?
Yes. Да, understood. Принято. The VP needs us. Нас вызывает вице-президент. Клауд. Слава богу, ты очнулся. Как ты? В порядке. Где мы? Там, где я жила, будучи ребенком. Кто покинул команду? Тифа? Ты точно в порядке? Может, еще отдохнешь? Подожди, соберу. Барретт. Мы жили здесь с мамой много лет назад, когда я была еще ребенком. Комната, она совсем не изменилась. Она очень много рисовала. Какой-то мир древних, возможно. Это Руф. Кисина. Эй. Мыр-мыр. Го прикольно. Так. Это я принес тебя сюда. Спасибо. Каждое утро они приходили и забирали маму. Я помню, как плакала здесь в одиночестве. Арис, прежде чем мы уйдем отсюда, поговори с нами. Мы очень многого не знаем. Я потомок древних. Да, именно так, правда. Но чтобы вы знали, они назывались не так. Они называли себя Цетра. Мы рожденные планеты, с нею поговорим, плоть ее придадим и форму. Землю ее обетованную однажды мы вернемся. По милости ее, о любви и провидению, да обретем мы место в раю. Ты это знаешь? Да, ну, я думал, что все это лишь сказки. Синра считает, что это правда. Они ищут землю обетованную уже очень давно. И, наверное, они считают, что ты можешь их туда привести, а ты можешь? Нет. Ну, когда-нибудь, возможно, я открою это в себе. Но не сейчас, даже если бы мне очень хотелось. Если могла бы, эта земля принадлежит тебе и твоему народу. Синра грезит ей, потому что считает, что там полно мака, мака, на которого у них нет права. Но они все равно пытаются ее заполучить, не так ли? Жадные ублюдки никогда не остановятся. Ну ладно, новый план. Забирайте Арис, убирайтесь к чертовой матери. Я устрою тут Синра небольшой конец света. Барретт, подожди, тебе нельзя. А, здорово. Опять эти твари? Ну, должно быть еще какой-то из экспериментов Синра. Шепчущие. Пожалуй, их можно назвать вершителями судеб. Они приглядывают за теми, кто намеревается изменить ход судьбы, и предотвращают это. В смысле, контролируют их предназначение? Поток Великой реки ее пересекает планета с самого рождения до ее гибели. И ты говоришь, что этот поток как-то знает, куда течь? Да, ибо такова воля самой планеты. То есть, если нам суждено крайне мрачное будущее, эти шепчущие будут удерживать нас на этом пути? Подождите-ка! Откуда тебе это вообще известно?
Не лишь тут какую-то загадочную херню, которая может просто жалкий бред. Ты подопытан крыса, пес Синра. Я не крыса, пес. Когда Эрис коснулась меня, и мне открылось знание о шепчущих. Послушайте. Пожалуйста. Эрис. Наш главный враг не электроэнергетическая компания Синра. Все началось с них, да, но, уверяю вас, есть куда более серьезная угроза. Я просто хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь. Всем вам. И планете. Эрис, ты нам чего-то не договариваешь. Я блуждаю в лабиринте. Каждый мой шаг отдаляет меня от истинного пути. Каждый раз, когда шепчущие касаются меня, я что-то теряю, частичку себя. Следуй за ними, за желтыми цветами. Все хорошо. Мы вместе найдем выход. Окей. Хорошо. Странно. А что с телеками? А, вот вы где. Эй, ты что творишь? Привет, ребята, давненько не виделись. Ведж? Ты здесь? Ты еще нельзя вставать, тем более ходить. Я уже гораздо лучше благодаря стряпне Эльмиры. А, я не об этом хотел поговорить, послушайте. В любой момент. Что это было, взрыв? В игру включилась штаб-квартира. Хотел устроить ад, пытаясь выманить президента. Это все усложняет. Взрыв только что поднял на уши все здание. То есть мы в ловушке? Ой-ой-ой-ой, как далеко идти-то? А видите, вы все еще можете пройти через лабораторию хоть, занятите путь на крышу, вертолет лавины вас заберет. Вертолет штаба нас вытащит, сомневаюсь, это после всего дерьма, что мы натворили. Я попросил их, это очень вежливо, короче. Просто супер-пупер вежливо. Спасибо, Ведж. Просто доберитесь до крыши, хорошо? Ой, это сейчас будет очень сложно, да? Я об этом не просил. Да, но я рад, что он это сделал. А? Он все равно получит хорошую взбучку. А вступает в команду. Так, девчонки добавились. А тут нет никаких отдохнуть, записаться. Что? Ладно. И бегать я еще все-таки не могу. А, потихоньку начинаю. Так, погоди. Что здесь? Нет, нифига. Ага. А так значит нам на крышу, да? Можем воспользоваться тем же лифтом, что и Ходзе. Да? Мы можем. Мы здесь были, да. А меня-то подождете, нет? Это тот самый лифт? Да, до сих пор чувствую его запах. Подождите, я запишу, что-то мне уже становится страшно, потому что, ну, скорее всего, так просто нас не допустят наверх. Ладно, пошлите. Чё, где я? Как нажать? Подожди, ты сказал, это тот самый лифт.
тот, вот этот. Угу. Что здесь случилось? Малютки из контейнеров, куда они подевались? Здесь тоже воняет. Вон там. Что дальше? Давай, типа, отодвинем. Какая-то тварина выбралась. Ой-ой. А их много. Кто-то нарваться на драку? Так, может, поучаствовать? В отличие от тебя, я так и собираюсь. В смысле, в отличие от тебя? Тихо. Лежи. Я пока ничего... Да, я что-то думаю, что... Ничего не буду пока предпринимать, там, похоже, что-то новенькое нас ждет. Так, Тифа. Ага, это Арис. А Тифа? Да, подавление. Угу. Рычит кто-то. Пацаны тут открыли проход. Отличная работа. Дай ему лапу. Что? Ну... Черт, какого хрена, Ред? Он хвостом его хлестнул. Да ладно тебе. Так кто-то рычал очень громко, не слышали? Я одна слышала. Отсюда куда? Здесь сюда, сюда, сюда. Здесь тупик, понятно. Так. Ну, ты скажешь, куда идти сюда? Вот, типа, принюхивается, он ничего не говорит. Дверь закрыта здесь, наверное. Ага. Так. Мы на верном пути видим. А? Ладно. Ничего не буду, пошли. Чё? А, это просто комнатка сохранения. Окей. Ну и пошли. Вот сюда он дошел, он говорил: мама, помните? Матерь, он сказал. Нажимай. Хорошо. Что это за место? Сокровищница Ходжи, темный секрет Синра. Я бы с радостью тут все спалил, но нам нужно на крышу. Угу. Нужно, нужно. Пойдем. Что это еще такое? Дженова. Дженова. Мама, вместе мы вернем наш мир.
Как же мне это достало? Как же все это достало? Клауд? Она тоже его увидела. Скажи мне, это и правда ты? Don't deny me. Не отвергай меня. Прими меня. Клауд? Какое трогательное воссоединение. Клауд улетел. Очень-очень хорошо. Это значит, что моя гипотеза верна. Надеюсь, что и впредь ты меня не разочаруешь. Так, девочки вышли из команды. Лучше поторопиться. А куда? Подожди, давай смотреть. Нам сюда. А есть тут что-нибудь такое? Ничего нету. Ладно. Ну нажми. Капсулы с подопытными. Можно ими воспользоваться. Печалит всегда, когда с командой разделяют. На. Что происходит? Тактический режим? Фигня какая-то пристала. Ребята, уйдят. Помощь нужна? Спасибо. Так, он гость в вашей команде, он будет сражаться с вами в бою, но управлять этим персонажем нельзя. Как Ифритушка. Он не появится в главном меню, так как экипировка и другие скоро нельзя изменить. Окей. Он просто за нас. Примем как факт. Отлично. Очень он мне нравится. Чё там, где кто? Чё? Всё нормально. Размотали. Ты цел? Да, где остальные? Поблизости их нет. Пойдём. У меня есть свой котик. Это так клёво. Так. Мне нужно чего? Да, обойти все вокруг. Правда? Подожди, это вот что получается? Да. Это же разве не туда, откуда мы пришли?
Я бежала, 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 а потом попала сюда. Не-не-не, это обратно. А нам надо. Пойдем-ка посмотрим, куда нам надо. Вот это что? Какая-то труба, явно сюда нам надо. Угу. Я думаю, да? А, не-не-не, это все вообще совсем наоборот. Нам нужно как будто перейти на ту сторону. Это то, с чего мы начинали, правильно? Блин. Подожди-ка. А как нам туда попасть? Понимаю, ну ладно. Котик, пошли за мной. Получается, мы вот так вот обойдем туда-сюда-сюда, и тут как будто бы выйдем. По кругу все. Вроде как. Ты куда? Здесь мы не ходили, да? Ничего. Блин, путь такой неочевидный, между прочим. Так, мы почти. Угу. Так. И... Да. Где-то тут. Подняться еще выше. Так. Каким образом? Мы как будто сделали крюк, нет? Мы с тобой на том же самом месте, но нужно подняться еще выше. Вот туда. Вот туда. Вот, 0-2. А чё ты стоишь? Давай, рассказывай. Стоит он. Как я должна это сделать? Мы вернулись. Просто здесь круг. Это круг. Здесь мы спускаемся. Мне нужно найти, как подняться выше. Вот там. Вот эта штука выше. Инкубатор. Опять бежать через инкубаторы. Ну ладно. Сражаться хоть ни с кем не надо. Бегаем по кругу. Я просто не нашла этот тот самый... Да, блин. Маленький поворот. Подъем. Ай, вали его. Так. Если теперь... Здесь просто тупик же. Угу. Подожди. Ну, мне дали напарника, это уже прикольно. Я хоть не одна тут научусь. Так, ну да, здесь подъема не было. Подъем где-то там. Дальше. Вот после вот этой штуки, короче, не ходить никуда. Угу. Ну вот же, вот там лестница, вот. Так, пацаны, некогда объяснять, короче, нам нужен проход, а вы нам мешаете. Let's go. Ага. Let's go. Так, получается, если мы вот здесь поднимемся, вот тут сюда, получается, наверх, вот тут. А чё, в чем была проблема-то моя? Что это такое? Длинная иконка указана на то, что в этом месте... Ага, Ред может пробежать. Попросить Реда о помощи. Так. Switch, если опустить тот рычаг, мы сможем перебраться. Возможно, у меня получится.
Давай. You sure? Уверен? Да. Опа, он это сделал, как будто он вообще бегает. Только так, каждый день. Отлично. Ну что, сойдет? Спасибо. Ты лучший кот в мире. Какой он классный. Что это за цирк уродов такой-то? Барретт? Да, это Барретт. Отвалите. Помощь нужна? Да, давай, я тут решил развлечься. Так, направленный выпад — это говно. Нам котик еще помогает, не забываем. Ага. Все? Нет? Барретт, Барретт. Ну и что там? Ух ты! Плохо! Подожди, магия. Ред, давай! Иммунитет. Ау! Пацаны, давайте, валите! Отлично. Чуть-чуть осталось. Барретт. Иммунитет на все, да вы чё? Серьезно? Какие противные создания. Так, предметы. Что там у меня ультразелье есть? Оп. Еще какие-то дела у тебя? Иммунитет. Ред, куцай ее. Барретт, давай это самое ультразелье на себя. Надо юзать. У меня зелье еще есть. Жду, когда пацаны с ней расправятся, нет? Работает? Давай, давай, Барретт, давай. Молодец. Что он делает? Понятно. Буш, не? Промазал? Не может быть. Попали? Чуть-чуть осталось. Что? Какие-то ящеры. А, эти. О, черт, как будто фабрику монстров тут делают. Недалеко какая-то стена. О, это что такое? Ладно. Так, Барретт, Барретт, давай. Огонь. Фига себе, он какой-то буйный. Так, скоро лимит. Ага.
Лимит, лимит! Иммунитет! А, все, ладно. Нифига себе иммунитет. Ты в порядке? Да, в полном. Ну, как скажешь. Думаю, нам пора входить. Какой у нас план? Для начала найдем Тифуарио, затем двигаем на крышу. Где-то должен быть лифт. Я всего этого не ожидал, но будем выкручиваться, так что вперед. Командух. Подожди, а тут что, вообще никаких вариантов хила? Там же потом нам наваляют. Ну ладно. Похоже, дверь заблокировалась. Пути назад нет. Истину, киса, говоришь. Ладно. Пути назад нет, а чё нам? Ну и ладно. Так. Чё б мы делали, да? Вот смотрите, у него молния какая-то. Ну, в принципе, автолечение, охрана. Охрана. Исцеление автолечением. Что автолечение? Убрать. Нестабилизация какая-то ерунда, да? Берег. Может, молнию убрать? Исцеление. Сейчас посмотрю, что есть. Повышение ОЗ. Так, подожди, а повышение УЗ, клауд. Давайте сюда поставим. Ну-ка, вот так вот. Ну, в целом, пока да. Что у нас по карте? Пока непонятно. Лестница. Материя. Ну, скорее всего, что-то такое. Вау. Что у нас уже есть. Тут надо кису попросить пойти. Кисенька. I need help. Да, это было впечатляюще. Да, блин. Девчонки, мы это сделали? Ну да, продолжайте в том же духе. Никуда не уходите, мы уже спускаемся, скоро будем. Нажми нам. А, я не слышу, что вы говорите. По-моему, там что-то есть. Они за барьером. Нам нужно что-то с этим сделать. Ага, туда. Подожди. Ну. Алло, Клауд, ты меня слышишь? Да, вы там как? Не переживай, все хорошо, но что нам теперь делать? Непонятно, как выбраться из этой комнаты. Вы все меня слышите? Ходзи. Скажите-ка мне, как вам барабан? Знаете, а он ведь напичкан самыми передовыми технологиями Мидгари, а может и во всем мире. Вы должны гордиться, что увидели ее воочию. Его. Кроме того, вам выпала возможность стать участником довольно амбициозного эксперимента. Что? Когда будут сделаны все необходимые приготовления, открою дверь третий блок. Может, вы мне поможете довести все до ума?
Учитывая, что вы как раз в нужном для этого месте, жду от вас важных, весьма полезных данных. Необходимые приготовления? Что я имел в виду, этот недоумок? А мы можем просто проигнорировать его и пойти дальше. Боюсь, что нет. Зная Ходзу, он не даст нам пройти дальше, пока мы не выполним его требования. Он говорил что-то о блоке, верно? Я уверена, что увидела дверь наверху. Так что, может, проверим? Переключиться на другую команду? Вы теперь сами по себе, так что осторожнее. Спасибо, мы поняли. Мы подождем здесь. Если что-нибудь случится, что угодно, зовите нас, хорошо? Поняла. А теперь за девчонок. А, давайте сохранимся, потому что надо уже как бы это... в другой серии все это делать. Так что... мы с вами пробираемся постепенно в лабораторию Ходжи. Ходжа. Арис теперь с нами. И еще один прекрасный котик. Как вам котик, кстати, напишите. Ну и встретимся в продолжении очень скоро. Пока-пока.